В конце октября правоохранительные органы обратился житель деревни Кокоревка Суземского района. Мужчина сообщил, что на одной из пилорам работают лица явно не местного происхождения. К сигналу бдительного гражданина был проведен совместный рейд. 1 ноября в ходе совместного рейда сотрудниками ОМВД и УФМС России по Брянской области были задержаны 14 нелегальных мигрантов, уроженцев Республики Таджикистан, незаконно работавших на территории Суземского района Брянской области. 6 мигрантов были задержаны на территории пилорамы, на которой они осуществляли свою деятельность. Еще 8 в самодельном общежитии, которое мигранты устроили в одном из частных зданий в центре Суземки, выкупленных фирмой. Стойкие к бытовым лишениям таджики проживали в спартанских условиях, неподалеку от места работы. Приспособленных своими силами заброшенных помещениях спали, здесь же готовили пищу. Тем не менее, несмотря на неудобства, гости из Средней Азии находили время повышать свой культурный уровень, изучая родную литературу. Находили они время и для молитвы, что, впрочем, не помогло трудолюбивым таджикам остаться незамеченными органами правопорядка. Сейчас обстоятельства пребывания и незаконной трудовой деятельности мигрантов на территории области выясняются. Решается вопрос о привлечении иностранных граждан и их местных работодателей к административной ответственности. Нелегалы могут быть вскоре выдворены за пределы Российской Федерации. Павел Павличков при содействии пресс-службы УМВД.